Всем привет, меня зовут Виктор, и я хотел буквально тут несколькими словами обмолвиться про киберпанк. Первое, что я хочу сказать, что я буду разыгрывать данную игрушку, когда на канале наберется 500 подписчиков. Все условия будут в описании под видосом. Вот. И второй момент, я хотел бы показать, как можно русифицировать диалоги. Ну, точнее, не только русифицировать, а как вообще перевести диалог, то есть на любой интересующий вас язык. Потому что когда я скачал игрушку, я столкнулся с тем, что диалог был не русифицированный. И мне подписчики стали писать в комментариях, почему диалог не русский, что за фигня, какая, что такое. Я такой думаю, что, ну, я первое сначала сам расстроился, что диалог был не русский, а потом задумался, думаю, что за фигня, посмотрел других стримеров, смотрю, у них все по-русски. В общем, в чем суть-то? Если вы скачали игрушку и у вас диалог не русифицированный, заходим вот сюда, вот свойства. Здесь вот есть такая вкладочка «Язык». Вот сюда вот заходите и здесь вот выбираете язык, который вам нужен. Потому что в настройках в самой игре у меня этой функции не было, русского языка. Это да, вот я когда выбрал русский язык, у меня, в принципе, еще 5 гигов подкачалось, и зато диалоги стали русифицированы. Ну и сами видите, на какие языки это все переведено. Вот. Надеюсь, эта информация была для вас полезной. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. И всем пока!